Приветствую вас, друзья! Добро пожаловать ко мне на канал. Почти две недели назад у нас с вами вышло дополнение 2.5. И в целом, когда мы с вами смотрели стрим разработчиков, у нас было достаточно хорошее ожидание. Большинству игроков понравилось стрим. И в целом там было все сказано по делу. То, что у нас будет новый босс, у нас будет новая локация и так далее и тому подобное. Ну, точнее, это будет старая локация, просто в новой формации. И когда в первый день у нас вышел с вами патч 2.5, то, как вы помните, благополучно вышел только персонаж. Да, то есть мы крутили с вами персонажа. Да, конечно, была возможность пощупать и нового босса, и, на мой взгляд, он получился достаточно удачным. И все были в ожидании следующего дня, когда у нас выйдет темная экономия. Да, конечно, были ожидания, то, что это зачистится в первый день, по сути, это так и случилось. Большинство игроков зачистили в первый день. Конечно, есть игроки, которые до сих пор не прошли экономию темную, но это обычное исключение из правил. Почему? Потому что на данный момент, по сути, после этого мы не получили контента вообще никакого. Первое такое событие у нас после большого перерыва, это будет обновленная бездна через 2 дня, а что касается прям события, это у нас с вами стартует 2 марта. И, к сожалению, можно говорить только о том, что после этого события будет пара еще небольших. И, собственно, все. Стоит отметить в этом патче, наверное, только то, что экономию преобразили, и, помимо этого, сюжетка Сей. То есть она действительно получилась достаточно интересной. Я проводил несколько опросов на стримах по поводу того, что как вам патч, понравилось вам, не понравилось. В целом, начало патча было воспринято достаточно положительно. Но текущее положение дел, к сожалению, оставляет желать лучшего, потому что многие игроки считают, что контента нету и заняться в игре нечего. Поэтому разбрелись по другим играм. Но это оно и понятно, у нас периодически это случалось, когда после выхода патча люди поиграли, пошли играть в другие игры, заходят в игру на 15 минут. Но обычно это случалось после 2 недель игры, а сейчас же уже в первую же неделю, даже какую в первую неделю, в первые же дни игры, примерно это и произошло. И текущее положение дел, понятное дело, вызывает недовольство игроков. На мой взгляд, разработчики просто допустили маленькую ошибочку. Обычно они события растягивали на несколько дней, потому что были заблочены возможность там переходить к новому этапу задания. Тут же дали сразу сделать все. Соответственно, от этого все и пошло. Кстати, можете написать ниже свое мнение по поводу этого патча. Стоит отметить, что нам остается ждать только следующий патч. Там у нас будет разлом, достаточно большая локация, многоярусная, и помимо этого, возможно, дендростихию. А вот это уже интересно. На этом у меня все. Спасибо, что смотрели. Всех благ. Пока-пока.